В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева состоялось заседание круглого стола по обсуждению законопроекта об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации, в котором приняли участие представители города и области, работающие в социальной сфере. На заседании обсуждались вопросы оплаты за социальные услуги, основные принципы социального обслуживания населения, условия предоставления социальных услуг, и было принято решение внести ряд поправок при доработке закона. Те предложения, которые мы ко второму чтению подготовим и отправим в Государственную Думу лидеру партии «Единая Россия» Дмитрию Анатольевичу Медведеву, руководителю фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, они без внимания не останутся, потому что обсуждаем их на площадке руководителя партии, тем самым подчеркивая, что мы на сегодняшний день принимаем этот законопроект, он очень важный. Но те изменения практиков, которые мы предлагаем, они помогут качественно реализовывать этот законопроект. Мы поэтому этим законопроектом предлагаем привлечь еще к работе реализации этого законопроекта общественные организации, в данном случае в нашем регионе ТОСы. Потому что общественное порицание, общественное мнение еще никто не отменял. Оно иногда карает даже больше, чем сам законопроект. Прокуратура не придет в каждую квартиру, каждый дом, и социальный работник не придет, если не будем знать, что именно за этой дверью может случиться беда с ребенком. Кроме того, этот законопроект дает нам сегодня возможность обратить внимание на тех социальных работников, которые обслуживают наших уважаемых, мудрых ветеранов, и не только ветеранов, пожилых людей, которые попали в жизненную трудную ситуацию, и они одни на белом свете. И никого у них нет. Они надеются на помощь государства. Здесь тоже все это прописано. И для меня, и для нас, для единороссов, здесь, обсуждая этот вопрос, очень важно, что этот законопроект четко прописывает нормативы, понятийные нормативы, и что этот законопроект приближает социальную защиту не людей в социальную защиту, а социальную защиту к людям. Мария Платонова, Денис Орлов, Волгоградское деловое телевидение.